1 июня прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В центре внимания работы комиссионной группы – текущая эпидемиологическая обстановка в городе. На сегодняшний момент в стационарном госпитале находится 16 больных коронавирусной инфекцией. Еще 8 человек с пневмонией на домашнем лечении. С начала пандемии в городе зарегистрировано 2267 человек с положительными тестами на коронавирус. Почти 97% из них выздоровели. Десногорску удалось выйти из майских праздников без прогнозируемого роста числа инфицированных. Но общая динамика заболеваемости в Смоленской области остается высокой. Если говорить об обстановке, то обстановка, в том числе в Смоленской области, непростая. Регистрируется достаточно высокий уровень заболеваемости COVID-19. И поэтому, если у нас немного, если по сравнению со Смоленском, да, то расслабляться, я считаю, не надо. И продолжать все мероприятия по соблюдению масочного режима. По словам докладчика, в городе прослеживается стабильная положительная динамика сдерживания распространения инфекции. Это стало возможным во многом благодаря вакцинации, которая успешно набирает обороты. Жителям города стала доступна новая вакцина «Ковивак», и число вакцинированных постоянно растет. «Спутник Ви» первым этапом привито 5855 человек, второй этап получили уже вакцину 4821 человек. А Ковивак вот только начали прививки получать, первым этапом получили привито, значит, 36 человек. Второй этап еще не подошел. С первых дней июня начинают работать детские лагеря и оздоровительные площадки. Многие взрослые уезжают в путешествия по стране и за рубеж. Поэтому по указу губернатора Смоленской области режим повышенной готовности продолжает действовать на территории всего региона. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.